В театральном зале городского дворца культуры собрались работники двух ведущих предприятий легкой промышленности страны – наших солигорских – «Калинки» и «Купалинки». Швеей я работаю уже 32 года. Нравится, хорошо. Я работаю с 81 года на «Калинке». С начала фабрики, уже на пенсии 3 года, еще работаю. Спасибо Галине Григорьевне, что она у нас такой человек, что такой коллектив сохранила еще. Работаем по сегодняшний день. И наша продукция славится за границей, кругом. И мы обеспечены, и нам дают подарки в честь праздника. Спасибо огромное Галине Григорьевне, что у нас такой директор есть, Калинки. В зале торжественная обстановка. Сегодня прозвучит множество поздравлений и теплых слов в адрес работников «Калинки» и «Купалинки», которые всегда приятно слышать тем, кто умеет по-настоящему трудиться и ценить свой коллектив. Сегодняшний день, в преддверии нашего праздника, я хочу поздравить всех наших работников, работников «Купальники» и других предприятий города, которые связаны с легкой промышленностью, с этим днем. И пожелать им вот солнечного неба над головой, погоды нормальной, а не такой, как в этом году. Нам, к сожалению, погода тоже очень многое от нее зависит, в нашей работе в частности. И здоровья всем, и благополучия. Сегодня продукция закрытого акционерного общества «Калинка» и открытого акционерного общества «Купалинка» широко известна за пределами нашей страны. Ее любят и ценят по достоинству. Закрытое акционерное общество «Калинка» производит практически все виды верхней одежды для взрослых и детей. Дизайнеры ежегодно разрабатывают более 1000 моделей одежды. В этом году наше предприятие участвовало в выставке в Москве CPM. И очень хорошо, много собрало заказов. И наша коллекция «Весна-лето» 2017 пользовалась спросом, и большое количество мы отгрузили туда, чем очень довольны и рады. И очень много отзывов сейчас идет именно от российских покупателей, которые благодарны за такую коллекцию, за натуральные ткани, на зален 100% хлопок, вискозу, удобство, практичность, за цветовое решение, чем мы гордимся и благодарны, что они у нас есть. Открытое акционерное общество «Купалинка». Продукция этого предприятия отличается привлекательностью и современным дизайном. За всеми этими достижениями стоят профессиональные трудовые коллективы. Хочется пожелать розквіту, каб все задумки, которые есть у вас, у наших предприятий, которых сегодня, мабуть, не все сместились в этой зале, и они здесь. Ваши достижения на вашем поприще велики, о чем свидетельствуют многочисленные награды на различных уровнях. Хочется вам, это возможно только благодаря слаженной работе всех трудовых коллективов. Спасибо вам огромное за ваш нелегкий труд и качественную работу. Грамоты, дипломы и благодарности за свой труд на торжественном вечере получили многие работники предприятий. У нас очень хорошие люди. Работать тяжело, не скрою, но если есть желание, то все еще можно справиться. Как мужчине среди женщин, наверное, работается хорошо, потому что они все-таки относятся более к нам лояльно, если так сказать. Хочется видеть его на высоте всегда, чтобы наши изделия пользовались спросом, чтобы покупатели были довольны нашими изделиями. Самую высокую награду, почетную грамоту Совета министров Республики Беларусь за многолетний труд и высокий профессионализм получила швея закрытого акционерного общества «Калинка» Нина Драцкая. Коллектив у нас, конечно, хороший, дружный, тем более, что уже работаешь столько лет. Но вы представьте, почему люблю работу. Берешь кусочек ткани, вот пару кусочков ткани, прошьет одна швея, потом вторая, третья, и к концу уже выйдет готовое изделие. Согласны? Это же прекрасно такое. А коллектив у нас, ну, менялись иногда и мастера, и рабочие, но у нас в основном... У нас хороший, дружный, сплоченный уже и всегда поддержит. Виновников торжества приветствовали артисты цыганского шоу «Аллюр». Их принимали тепло и радушно. В зале царила атмосфера праздника. С удовольствием слушали балалаечника с музыкальной композицией «Калинка» и пели «Купалинку».